Спайк! Какой чудесный день сегодня! Я так рада, что мы идем в музей! Что здесь произошло? Он заброшен! Давай войдем! Этот музей уже заброшенный, можно видеть. My Little Pony рассказ. 100 лет, наверное. Так, ребята. Всем привет! Добро пожаловать на Ринин канал. И мы сегодня такую раскрашку будем играть. Раскраска пони. И вот усаживаюсь поудобней. Будем начинать. Да? Ну, при начале пройдем один раунд. Так, нас надо раскрасить вот такую поняшку искорку. Да. Случай тяжелый, но мы все равно это все сделаем. Да. Вау, какие цвета-то красивые. Докрасили почти. Ну и... Кому нравится, поставьте лайк. Ну, знаете что? Сначала мы только один раунд пойдем. То будем мои новые записанные игры играть на компьютере. И вот это все друзья королев принцессы Дур. Кстати, вот. Рарити, Эпплджек, Искорка, Пинки Пай, это Флаттершай и Разгадеш. Мне больше всего нравится вот это, что и вот это. Две пони, потому что они Рарити, ну и Искорка, потому что они единорожки.